Я приехал, мы тут снимали, затолкали туда на новой машине. Вот видишь, сколько он натолкал туда. Все, поеду. Поехал, с Богом, давай. А, ну вот это, открой-ка дверку, я туда покажу, что там у нас есть. Кота покажите. А с той стороны зайду, сейчас котика покажу, белого отправляю. Где он у меня тут? Вот он сидит. Ну, нормально, все, с Богом. Давай, да хранит тебя Господь. Теряется сегодня 20 апреля 2021 года, вторник. Направо. Все, поехал. По славу Божию. Так, все, молись. Убирай там свои вещи. Я не успел тут самый восход солнца. Сейчас еще, может быть, захвачу показать. Вот оно, солнышко. Я его не дождался маленько, но ничего, понятно. Вот оно, слава Богу. Слава Богу за все. Все, вышло. Это вот свои тут машины. Дальше он поехал. Наша калитка. Вот здесь это почта. Ну и все. Что еще показать? Сейчас кошек кормить буду. Вот они меня ждут. 4 кошки всю зиму кормим. Щита. Вот. Это в храм заходить у нас. В каком храме такие надписи? Понятно, чем и дышит. Благовестническое. Вон. Какая красота у нас. Елки. Все это досталось мне по решению суда. Суд решил, не прокурор. Мировое соглашение, некоторые изверги. О, дали ему 13 соток. Центральное место. Это вообще рядом красота. Мост красивый, хожу туда отдыхать. И вот даже могу показать здание, кромешка, где был краевой суд, где меня судили. Вот за этим зданием, там видно вот этот красненький. Ну, теперь там краевой музей. Литература, искусство. Ну, что-то такое вот. Все.